Чувственная румба, кокетливый ча-ча-ча, страстный пасодобль, венский вальс и медленный фокстрот. Жанровое разнообразие юбилейного концерта танцевального коллектива «Жемчужина» поражало воображение зрителей. У нас очень талантливые дети. Это такое счастье смотреть за их творческим ростом, за их спортивным ростом. И в нашем коллективе есть традиция, помимо конкурсного, основного спортивного танцевания, делать концерты. Мы работаем не только в рамках спорта, потому что наши танцы недавно вошли в Московскую федерацию танцевального спорта, и они называются «спортивные». Руководитель «Жемчужины» Маргарита Звягинцева рассказывает, что идея организовать свой собственный коллектив возникла у нее еще в 16-летнем возрасте. С тех пор уже вырастила несколько поколений победителей и призеров многочисленных чемпионатов и соревнований. Очень хочу пригласить мальчиков в наш танцевальный спорт, потому что сейчас мы именуем его именно танцевальный спорт. У каждого воспитанника танцевального коллектива своя интересная история о том, почему они выбрали именно этот вид искусства. Часто попадались ролики про танцы, мне очень понравилось, и я захотел заниматься этим спортом. У меня была подруга детства, которая пошла на танцы вместе со мной, и она была моей первой партнершей, мы танцевали вместе. С самого детства я любила танцевать, ездила на море, отдыхать, вот, и там были дискотеки, на которых я очень сильно отжигала, вот, там танцевала, все такое, мама звала на дискотеки. И вообще, если вижу, что у нее к чему-то там способность есть, я стараюсь это вот развивать ее вообще со всех сторон. И вот привела ее на танцы. Ну, она как начала танцевать, ей нравится. И я уже прям стараюсь, вот все, надо ей платиться. Нужно ее там отвезти куда-то. Я везу, все дела бросаю. Программа концерта, посвященного 25-летию творческой деятельности коллектива, состояла из 14 красочных номеров. Выступления юных танцоров были наполнены необычайной энергетикой и продемонстрировали публике все разнообразие танцевальных направлений. Наталья Буслаева, Александр Логинов, Елена Кошелева, Видное ТВ.